Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14-15 октября примет участие в работе саммитов ЕАЭС и СНГ в формате видеоконференц-связи. 14 октября глава нашего государства в статусе наблюдателя выступит на внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством казахстанской стороны. Членами совета являются президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении. Ожидается, что в качестве наблюдателя на заседании также выступит президент Кубы. В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Лидер Узбекистана в своем выступлении обозначит перспективные направления практического взаимодействия с ЕАЭС. Следует отметить, что в декабре прошлого года нашей стране предоставлен статус государства-наблюдателя в организации. В апреле этого года принятый меморандум о взаимодействии между правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией и план совместных мероприятий на 2021-2023 годы. 15 октября состоится юбилейное заседание Совета глав государств, участников Содружества независимых государств, в работе которого предусматривается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе мероприятия под председательством белорусской стороны будут рассмотрены итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности организации, а также совместные планы по дальнейшему расширению партнерства в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, миграции, культурно-гуманитарного обмена. Будут обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также устойчивого развития в обширном регионе. Ожидается, что президент Узбекистана, страны-сопредседателя в Содружестве, выдвинет ряд важных инициатив, направленных на достижение целей и задач долгосрочной концепции развития СНГ. По итогам мероприятия будет принят пакет многосторонних документов, нацеленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.